Итак, здравствуйте, дорогие подписчики. Если же вы еще не подписчики, подписывайтесь и узнаете больше о мире животных, водном мире и многого другого интересного. Сегодня же я вам расскажу о панде, о большой панде. Большая панда или бамбуковый медведь – вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих. Со своеобразной черно-белой окраской шерсти, обладающим некоторыми признаками енотов. Продолжительность жизни 20 лет в дикой природе. Рост от 60 до 90 см взрослая особь в плечах. Масса телосложения самки от 70 до 120 кг взрослая особь. Период беременности у самки от 95 до 160 дней. Длина взрослой особи от 1,20 м до 1,90 м. Это животное травоядное. Рацион этого животного, несмотря на то, что панды относятся к отряду хищных, фактически они питаются почти исключительно более чем на 99% бамбуком, любом из 25 видов, присутствующих в дикой природе. В день взрослая панда съедает до 30 кг бамбука. Панда – это символ Китая. Значение большой панды является не только редким животным, занесенным в Красную книгу, но и национальным символом Китая, олицетворяющей искренность, дружелюбие, терпимость и доброту. Неудивительно, что именно панда избрана китайскими властями в качестве живого подарка с политическим подтекстом. Особенности панды. Панда имеет необычную лапу. Помимо обычных пяти пальцев, у нее есть своеобразный шестой палец. На самом деле является изменной костью запястья. 98% диеты панд составляет бамбук. Каждый день панда более 12 часов занята едой и съедает примерно 12-15% от своего веса. Усваивает панда только около 20% от съеденного. Кому интересно что-то еще, пожалуйста, пишите. Будем добавлять, будем делать еще ролики. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть еще. Итак, на этом я буду с вами прощаться. Все, кто не подписался, не забываем подписываться, ставить лайки. И в комментариях добавляйте то животное, которое вы хотите увидеть в следующем видео. Всем спасибо за просмотр и удачного дня!